Бывший участник телепроекта «Дом-2», популярный блогер Рустам Солнцев рассказал, как сейчас может выглядеть болеющая онкологическим заболеванием актриса Анастасия Заворотнюк. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда» со ссылкой на YouTube-канал «Звезды ТНТ». «Мы все хотим, чтобы Настя поправилась. Ребята, я думаю, что информация о ней не просачивается, ни одной фотографии нет. Я думаю, что Настя без волос, с очень большим лицом, потеряла внешний вид. Может быть, она никого уже никого не узнает, потому что провалы в памяти, трудности с общением», — заявил он. По словам Солнцева, подобное заболевание является огромной несправедливостью, которая превращает цветущих женщин в других людей. Напомним, ранее актриса Наталья Бондарчук и артист балета Николай Цискоридзе поделились информацией о состоянии Анастасии Заворотнюк. Бондарчук заявила, что у актрисы есть все шансы победить болезнь и вернуться на сцену. Цискоридзе сообщил, что находится на постоянной связи с родственниками артистки и в курсе ее состояния.